Друзья мои, всем привет! Меня зовут Елена, и вы на канале «Клубочки в доме». Вы неспроста видите на своих экранах вот такую рыбку ежа и россыпь ракушек. Это все потому, что сегодня я закончила свою работу. Это топ для моей племянницы, девочки на 7 лет, и который я назвала «Голубая лагуна». Сейчас я вам покажу этот топ. Вот он, мой топ. Вот такой он получился. Я его назвала «Голубая лагуна», так как он такого голубо-бирюзового цвета. Очень красивый цвет. Вот такой топик. Это перед. Вот так выглядит он сбоку. Ну и покажу вам сейчас, это спинка. Вот такой топик у меня получился. Ну и сейчас я его сниму с манекена, положу на стол и расскажу вам о том, как же я его вязала. Итак, начнем. Из чего же я его вязала? Вязала я его из пряжи Ализе Дива, как я вам уже говорила, вот буквально 2 дня назад. И, кстати, потеряла я, уже, наверное, выбросила я этикеточку. Хотела вам сказать номер цвета, но уже не скажу. Хотя нет, вот она, этикеточка. Так, ну, как вы уже знаете, в 100 граммах 350 метров пряжа. И цвет номер 376. Это кому интересно, кто захочет такой же топ. Вот, вязала я его по схеме. Из журнала, так как мне нужно было очень быстро связать ребенку подарок, и мне некогда было время делать там какие-то, выдумывать узоры, какие-то расчеты, что-то, хотя расчеты это я делала свои, но тем не менее, я взяла схему из журнала, я вам ее потом в конце видео вставлю, вот, и вы посмотрите и тоже свяжете, если захотите. Там схема дана, да хотя вот сейчас прямо покажу, вот она схема. Этой маечки, но она дана для размера XL. Но у меня племянница, девочка росленькая, крупненькая, поэтому я немного увеличила вот здесь, вот добавив столбики с накидом столько, сколько мне нужно. Узор основной остается тот же, а столбики, это дана спинка, а перед я вам потом покажу, есть схемка и для переда. Вот, ну. Перед также связан, только вырез горловинки немножечко побольше. Так, вот обработала я его. А, я вам не сказала, изделие сшивное, отдельно перед, отдельно спинка, вы уже видели, да? И я сшила вот таким вот, соединила детальки вот таким вот способом. Я придумала такой способ, мне кажется, он здесь более красиво получается и ажурно. Это то есть в каждый ряд я, в общем, присоединила ниточку и связала 3 воздушные петли и присоединила вот к каждому ряду. Дальше опять 3 воздушные, присоединила сюда с соединительными петельками. 3 воздушные сюда, сюда и так дальше. Вот змейкой пошла вывязывать цепочки и присоединять. И вот такое соединение оригинальное у меня получилось. Отделочку, рукавчики и горловинку я обвязала столбиками без накида и потом вывязала вот такие ракушечки. Столбик без накида, 2 петелечки пропустила в третью ракушечку из 5 столбиков с накидом. Далее 2 петельки пропустила, присоединилась. 2 петельки пропустила, снова из 5 столбиков с накидом сделала ракушечку и так далее. То есть горловинку и вырез рукавов вот эти я сделала вот так вот. И в итоге вот такая замечательная маечка у меня получилась. Я так думаю, что где-то она примерно размер S, ну может быть плюс-минус, может даже чуть побольше. Сейчас я вам скажу в размерах, она у меня какая получилась. Значит, 40 сантиметров шириной. Вот одна сторона. И длиной, значит, он у меня получился 49 сантиметров длиной.
Проймочки 19 сантиметров длина проймы. Вот и все. Вяжется очень быстро и легко. Если тем более по схемке, то вы все справятся и будет такое прекрасное изделие. А, да, девочки, еще не сказала, вес этого топика 170 грамм. Ну вот, на этом я буду заканчивать свое такое небольшое видео. Хочу всех поздравить с наступающим праздником 8 марта, пожелать вам крепкого здоровья, творческих успехов, семейного благополучия, удачи во всем и легких вам петелек. Все, а я с вами прощаюсь. Пока-пока, до новых встреч. С вами была Елена.